Привет всем. Оль, я Скирда. Почему ты не на льду? У вас уже лед закончился, что ли? Хотите, я вам покажу, что я купила из косметики, потому что я без косметики просто жить не могу. Ну, я как бы там помады люблю, там лаки, туши иногда. Ну, консилером и пудрой я не пользуюсь, только иногда, когда у меня есть чуть-чуть неровность. Каждый выходной я покупаю себе какую-нибудь косметику. Мне нравится. Сейчас я покажу вам, наверное. Скорее всего. Сейчас. Целый пакет того, что я купила. Это пин. Я купила себе пинки, такие вкусные духи. Coconut milk. Pineapple какой-то. Не знаю, я не очень хорошо разбираюсь в английском. И они просто офигенские пахнут. Они пахнут, ну, наверное, тропиками какими-то. Потом следующее, что купила, это типа Шисето называется. Типа бронзер. Типа такой зеркало. Сейчас вы выйдете из себя. Да, дружу. Потом я купила себе типа тени такие нюдовые. Вот как они называются. И так. Ну так они выглядят. От Ева фирмы называется. Вот. Потом я себе купила фломастер, типа, для глаз. Это тонкая тоже, там, такая тоненькая. И купила я темную коричневую. Не знаю, как она называется. Короче, вот фирма. Не знаю. Потом я купила... Кстати, Женя нам из Японии... Из Японии принесла... Масочку. Ну, маску я себе уже сделала, и она закончилась. И из Японии еще принесла, я не знаю, либо это бомбочка, либо мыло. Вот. Типа, японское тоже. Вот. Мне дали, типа, в подарок такую тушь. Вот. Такая вот. Ну, тоже прикольно. А я уже выкладывала с розовым мячиком. Там в Инстаграме у меня есть. Потом следующее, что я купила, я просто балдею от этого. Я купила вот такую помаду. Я не знаю, от Maybelline. Она просто... Я не знаю, она матовая получается. Сначала она такая жидкая, потом она застывает и становится матовой. А еще она пахнет гексоралом.
лекарством. Но она вкусно пахнет. Сейчас она у меня на губах. Вот. И еще я купила себе типа лак, Риммер, Лондон, что-то там такое. Меня я почему-то потянула на черненький. Алиса, о, я да, ты смотришь? Да. Мне просто Анечка сказала. И больно. Что ты делаешь? Я показываю свою косметику. Потому что нечего делать. Будешь печеньки? Нет. Я поняла. Не, я не буду. Нет? Точно? Точно. Принеси мне, пожалуйста, сироп вообще-то. Нет. Я не приду. Полина, ты не должна мармеладки. Она на тренировке сейчас. Я потом сниму еще одну трансляцию, если вы, конечно, хотите. И я позову ее. Мы сегодня хотели ее... Кстати, Полина, зайди ко мне, пожалуйста. Если ты еще хочешь, конечно. Да. Полина, зайди ко мне, пожалуйста. И я сейчас тебя... Это... Сейчас. Я тебе кое-что расскажу. Потом сниму еще попозже.